Девочки, всем привет! Сегодня у меня дизайн продукции Patrice Nail. Под видео я оставлю ссылочку на их интернет-магазин, а также код, по которому вы получите неплохую скидку. Для дизайна я буду использовать их гель-лаки. Также буду использовать спонж для аэропуфинга. Гель-краски, которые подходят для стемпинга, аэропуфинга и росписи ногтей. И паутинку гель. Этот гель очень хорошего качества, вытягиваются очень тоненькие ниточки, которые не рвутся. Итак, давайте начнем. Наношу гель-лак от Patrice Nail в два слоя, каждый слой просушиваю в лампе. Далее, для создания градиента нам понадобится спонж для аэропуфинга. Краску я буду набирать прямо инструментом из баночки, а затем на палитре слегка растушую ее. Кстати, палитра очень удобная, ее можно использовать как подставку для кистей или аэропуфинга. Спонжем создаю градиент, начиная со свободного края ноготка и продвигаясь к середине ногтевой пластины. Просушиваю в лампе, добавляю еще слой краски, делаю растяжку и снова сушу в лампе. Мне понадобится еще третий слой, делаю все то же самое и просушиваю. Наношу топ и снова сушу в лампе. Украшу градиент гелем-паутинкой, она у меня розовая, перламутровая, посмотрите, как переливается. Наношу паутинку поверх топового покрытия. Для защиты кожи во время градиента я использовала защитную пленку, теперь ее можно удалить. Далее устанавливаю страз и все просушиваю в лампе. Все свои спонжики для аэропуфинга я храню в фольге. Таким образом гель-лак на них не полимеризуется, их можно использовать повторно. Для каждого цвета свой спонж. Дизайн готов. Ссылка на продукцию и код на скидку под видео. Спасибо, что были со мной сегодня. Увидимся, услышимся в новых видео. Пока-пока!